снимаю, братан. По этому поводу. Это супер, братан. Это высший пилотаж. Смотрите, вот это опять я. Север. Это опять он север. Да, сколько поднимете, сейчас третий зал будет снимать. Давай, садись напротив возле танка там. Ну так, чтоб... Да, сейчас будет... Нихуя. Вообще четко. Уху! Да. Это такая шоп. Я что-то нихуя не курил, ебать. Что-то как-то тихо, блядь. Что-то вроде как по нам хотят выстрелить. Да-да-да, что-то там было. С той стороны. Давай. Я ебу. Вот это мы уже в аэропорту. Вот. Ходится в аэропорту. На, пацаны, Маша. Север? Ну куда ты пошел? Пошли, вдруг что заменил? Куда ты пошел? Зима! Типа, решил проявить инициативу. В этом мы уже в аэропорту. Да, но... Вот такое вот.
Да, вот, граждане, военные украинцы. Да, они пишут? Да, нормально. Все, вот. Мы уже в аэропорту на территории аэропорта. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, но правда за нами, с нами Бог, и мы победим. Все? Нет, еще раз. Банга. Мое, бля, доминировал. Что ты хочешь сказать по этому поводу? Что ты хочешь сказать? Вот, я нашел первый трофей, оставленный украинской армией для нас. Какой украинской армии? Бандерлогами, ебать. Ну, какая разница? Бандерштабом. Скажи, что за орудие? Это оса, да? Муха. Муха, оса. Хуй пойми, да? Зачем мне держать? Давай, пойдем. Под ноги, пацаны, смотрите, ну и нахуй. Я всегда буду скажет. Туда заходим? А что туда? В здание заходим? Там туда. Хуй пойми, где мы? Извиняюсь за нецензурную брань. Разве? Да. ЕНТР. Брат мой, сука, старший. Конь говорит. Он мне, кстати, сегодня хотел к укропам сдать. Нормальное качество вообще. Вот пиздюки что оставили, а? Все, разокупались. Вер, ну давай мы хоть передаем привет туда, что вы в Россию. Передаем привет в Россию. Кто вас видит, приезжайте, помогайте. Враги нашим славянам. Братьям славянам надо помогать, да. Кто хочет привет домой передать? Можешь тоже домой привет передать. Ты же знаешь, привет дома всем. Кто меня знает, конечно. Самара. От Самара городок, да? Посадили. Что хотите? Передать? Кто с России есть? О, откуда? Вся Россия, нахуй. Не матери. Я же в каске. Таранчик. Вместе начинали, вместе мы идем. Спирик. Спирик, спирик. Еще. Что говорят? Моя 200 штук стоит. Ну да. Моя полмиллиона, блядь, около мозга. Нормально. Экипаж, соответственно, 1.5 ляма. Так что, пацаны, если бабки надо, давайте отвезете. Шутники. Танкисты, ёбнут. Вы все говно.